Крошки мои, привет! Всем привет! Привет, мои хорошие! А ты, Денька, все время на бодряке! Все время на бодряке, а? Что же мальчик такой? Смотрите, как он любит. Давай сюда, иди. Иди сюда, сказала. Иди сюда, мама сказала, иди сюда. Ай ты дыдыщ. Ай ты дыдыщ, дыдыщ, дыдыщ. Ты мой сладкий жвайка. Ты мой ману. Видишь, он рукой вот так вот раз. Еще делай мне. Поднимай меня. Дыдыщ. Вот сейчас руку мою возьми. Дыдыщ. Ты такая лапа. Ты такая лапа. Ты хочешь когда целовать тебя такую жопу, такую жопу. Мамке покоя не дает. Короче, я хочу начать уже узнавать про садик. Со скольки берут в садик, присматриваться к садику какому-то, потому что я поняла, что я все-таки не вывожу. Я не справляюсь. Еще хочешь? Да хватит тебе уже. Хватит, напей. Короче, ждем Кристину, я мучу кофе. Кристина моя приехала, развлекается с Дынькой где-то. Вот они, они. Куда прячетесь? Да, а я приехала за посылками. Уже тут накопилось посылок очень много. Еле вышла из дома. Крошки мои, я вышла только что с почты. Я потихоньку там разбирала. И первое, что я просто... У меня такое счастье, как ребенок. Прислала посылку одна из моих подписчиц. Она Деньке вообще готовила подарок. Говорит, я для него связала игрушку. Но я думала, маленькая игрушечка, такая маленькая обезьянка. Он же в год обезьяны у меня. И я такая достаю, думаю, бля, что пакет такой большой? Я такая достаю. Бабау! Смотрите, какая огромная обезьяна. Она такая милая, такая приятная, так качественно сделана. Вообще просто ничего нигде не торчит. Ну просто профи какая-то девочка. Смотрите. Обезьяна супер, вообще. Крис, тебе нравится? Да, прикольно. Ты здоровалась, кстати? Привет, да, ты что? Дэнь, это тебе. Ой, смотрите, счастье у ребенка. Ай, бери, обезьянка. Это тебе прислали, скажи спасибо. Спасибо. Ему очень нравится, видите, как он обнял ее. Тут-то что было? Я смотрю, там еще что-то виднеется. Он еще что-то прислал, я думала, одна обезьянка, она, смотрите, ой. Это вообще, это, наверное, я. Какое прелесть, зайка. Ничего она связала, прикольно вообще. Это вот какой-то материал безумно мягкий, да, вот из чего, не знаю. Такие цвета нежные, блин. И нежная сама. Вообще, ну как я, наверное, это я. Дыня, смотри, зайка. Дыня, зайка, смотри, они будут дружить. И зайка, ой, как, ой, всех соберу, скажу, зверей. Никого не обижу. Ой, как нравится Дынь. Все твое, да? Все твое. Да. Да, это твое. Ты мой заяц. Ну и, конечно же, письмо. Я хочу уделить ему внимание. И мы его прочитаем сейчас с вами здесь. Так, вообще, это прелестно. Привет, Селеночка. Как и писала тебе в директ, эта обезьянка изготовлена специально для Дэни. Совсем недавно я решила заняться вот такого рода рукоделием. Супер, вообще, молодец, у тебя талантище. Давно смотрю тебя и решила сделать твоему малышу вот такой подарочек. Спасибо большое, вообще очень круто, очень. Я даже не ожидала, что так будет круто. Спасибо тебе за вдохновение и позитив, которые ты несешь в своих видео. Ты огромная молодец, что привлекла... ты огромная молодец, что привлекла к блогерству Крис. Та-дам! У нее очень здорово получается. Подписала на нее и смотрю с первого видео. Короче, девочки, вы молодцы. Спасибо большое. ПС. Также положила зая для твоей племяшки. Так это не мне, да? Для твоей племяшки Настёны. А он ее вы... Он как чувствовал, он да? Отложил, ну, да. Конечно же, я ей передам, конечно. Чего больно. Да, зая передам, блин, такая клевая зая, аж не хочется отдавать. Не, вообще, да. Не, ну, конечно, я отдам для Настёночки, ей очень понравится, она тоже любит розовенький цвет. Буду всегда рада видеть тебя на моей страничке в Инстаграме. Собачка, в общем, здесь сложно все, я напишу твою страничку под видео. Девочки, проходите, блин.
это, ой, ну смотрите, Кристинка. Кристина тоже не хочет отдавать зайку. Но это ребенку. Посмотри, как Дэнни радуется обезьянке. Так что зайку отдадим Насте. Там все мои работы. С огромной любовью к тебе, Олеся. Олеся, ты вообще, ты порадовала. Вот настроение, я не могла выйти, уже говорила из дома. У меня что-то такая разбитая вся, расклеенная. Но эти, я забрала у ребенка. Она выпала, ну и сам сюда забирала. Ладно. Что бы я забирала, она сама выпала. Я сам упал. Очень круто. Игрушки большие, вот реально, я думала, что вот такая игрушечка будет. Ну вот, с ладошку мою, да, обезьянка маленькая. Она такая здоровая, вылазит обезьяна. Ой, Дэник не тянется опять. Да обнял, посмотри. Посмотри, как нравится. Да, и давай и Саю. Да. Вот Саю бросила, ты посмотри на нее. Я положила. Олесечка, большое спасибо. Я еще сделаю пост в Инстаграме. Обязательно я тебе покажу твои игрушки. Ты вообще, ты крутая. Спасибо за подарок. Это реально неожиданно и очень-очень приятно. Я сама как ребенок порадовалась. Обезьянка Дэньки. Спасибо, дорогая. Поцелуйку тебе шлю. Девочки, проходите, смотрите обязательно. То есть вот работа 10 с плюсом прям. По 10-бальной шкале 10 с плюсом. Я не знаю, в магазине, наверное, даже такие крутые не продаются. Настолько качественно сделано, ни одной ниточки нигде не торчит. Прям все ровненько. Новинка качества какой-то. Качество прям вообще крутенское. Такая приятная и так подобраны цвета, и все идеально. Супер, спасибо, Олесь. А сегодня мы с Крис были в секонде, нашим любимым, и набрали два пакета. Один пакет мне, другой пакет ей. Мы взяли кучу всяких маечек, на самом деле за копейки. И я думаю, что Кристина будет тоже снимать отдельное видео по этой теме. Будешь? Она, наверное, даже не думала об этом. Будешь? Я думаю, что... Да сними, это интересно будет, реально. Девчонкам нравится, мне хорошо смотрят их. Я думаю, нравится, будем делать. Будем специально ходить в секонд и одеваться там. Доброе утро, наши дорогие. Да, 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 обезьянка моя сразу. Мы проснулись. И день у нас уже начинается со всяких дел. Кстати, целое утро я думаю о том, что у меня появилась офигенная в магазине кожаная обувь, босоножки, модные на самом деле. И мы с Кристиной уже себе по одной паре заказали. Размерный ряд полностью, там от 36 до 41 есть. Хочу, чтобы моя мама примерила еще. Кристина, мама тоже хочет. Короче, настолько удобные и классная обувь, что прям себе хочется. Ну что ты, мама, тянешь? Дэнни, я не могу. Ты вот на руки залез, главное. Одной рукой я держу его, одной рукой я держу камеру. И, конечно же, я не могу. Дэнни, нельзя маму так делать. Поцелуй лучше. Поцелуй маму. Пожалей. Бреднюшка маленькая. Короче, сейчас мы едем за обувью, будем смотреть еще новые модельки. На самом деле нашла человека, ну это из моих знакомых, который просто своими руками делает нереальную обувь, и он подходит с этим, ну, к этому подходит очень с душой, то есть для него прям важна там каждая строчечка, чтобы сидела, чтобы отзывы, чтобы все. Ну, все, что я перемерила у него, просто качественное, кожаное, и сделано от души, вот ручная работа, классная. И это будет продаваться у меня в магазине с полным размерным рядом. Так что приходите, мерьте, я думаю, что ваши ножки... Буду счастлива. Ой, крошки, мы решили с Крис ударить по Макдональдсу. Да. Да. Но сегодня... картошечку балую немножечко, Дэньку, картошкой. Чуть-чуточку. А мы взяли вот Макдональдс, короче. Наггетсы, картошечку фри. Ну, самое вот страшное Макфлури, наверное. Ну, в плане там, типа, фигуры, все дела. Ну, так как Кристина говорит, что она у меня всегда в тренде, и она говорит, что худеть не модно. Модно не худеть. Но я думаю, что мы пойдем за Кристиной, да? Да! Девчонки, вот хочу вам сказать, попробуйте как-нибудь такой прикол. Я ни разу не пробовала, вот случайно сейчас просто попробовала. И мне очень понравилось сочетание Макфлури, шоколад, карамель, и закусывать картошкой фри.
Да, я иногда беру кофе, латте, иногда добавляют соленая карамель, называется, сироп. Очень даже вкусно. Вот, и сейчас попробовала сочетать реально тепленькая картошка, холодненькое мороженое. Очень вкусно. А не беременна ли ты? Нет, я не беременна. Ну а что, как курица, салат курицы с ананасом? Реально очень вкусно. Прям даже вкуснее, знаете? Вкуснее даже сначала взять мороженое, а потом картошку. Вкуснятища. Вот, девочки, хотела показать вам обувь, которая у нас продается, кожаная, просто охренительная вообще. Это 37 размер. Да, и она есть во всех размерах. Вот. Натуральная кожа, ручной работы, все сделано. Смотрится очень эффектно. Я это еще покажу в Инстаграме, покажу, ссылку оставлю здесь. Скоро будут такие еще белые с розовым. Так что круто все будет. Приходите, мерьте. Нам очень нравится, мы с Крис уже себе такие будем брать. Ты что, типа взрослый, что ли? Ты что так сел, как взрослый? А вот видели вывеску у меня какая? Вот такая. Крошки мои, привет. Доброго дня. Уже, да, день. Мы с моей Кристюшей. Веселушей. Мы сейчас идем перекусить, а вообще мы подготавливаемся к открытию. У меня завтра уже будет открытие магазина, но я решила пригласить чисто своих для начала, потому что открытие, как всегда, знаете, длится долго. Конечно же, на открытие будут всякие там скидочки, там что-нибудь такое придумаю, короче, не знаю, подарочки, вот, но в первый день, в субботу, приедут мои все друзья, вот, будет Кристинка, будет Виталька, мой братик, будут мои подружки, потому что, я уже говорила, помещение небольшое, поэтому надо частями как-то все делать, как-то не совсем скопом, а то провалимся со второго этажа на первый, вот. И сегодня мы закупаем там шампанское, в общем, фруктики, да, и шарики, самое главное, шарики, вот, ну все. Рыба не будет, Серега не хочет рыбу донской, Кристина, да, не казачка, предложила, говорит, давай рыбку с пивком, я говорю, да не надо, ну, не с пивком, что ты вот, да а ты с чем, просто рыбу, с безалкогольным, просто рыбу с водой, да, и хлебом, говорит, привезу к тебе жирную рыбу, я говорю, не надо мне, у меня там платьишки должны пахнуть. Не, подожди, а вот как вот, максимум, когда машину покупают шампанскими, блевают, магазин надо жиром рыбе. Рыбьим жиром обмазать. Не, ну просто новые вещи все умеют продавать, а пахнущие рыбы. Вот это вот, да, попробуй продать. Короче, мы очень голодные. А что за запах тут в Subway? Зашли перекусить. Вот, и короче, сегодня последнее подготовление. Не, меня устраивает мой цвет волос. Сейчас он очень классный, но как раз таки нужно и корни чуть-чуть поднимать потом, ну когда они отрастут. И я вот все думаю над красочкой. Смотрите, я зашла в масс-маркет в Ашане. Знаете, почему я думаю именно над этой красочкой? Вот раньше красилась L'Oréal Mousse был. Горе я не знала. Никогда не красилась по 100 тысяч раз. Меня все устраивало. Цвет там, вот пигмент, который получался. Корни прекрасно осветляло. Мусс убрали от L'Oréal. Ну, в принципе, я думаю, что тот же кастинг. Я брала самый светлый. Ну вот, например, у них здесь Excellence есть. L'Oréal Excellence. О, господи, целую упаковку беру. Вот, L'Oréal Excellence. Просто белый, осветляющий. Супер осветляющий, русый, натуральный. Вот это то, что мне нужно было всегда. Я помню, что тогда у Мусса я брала 1000. 1000 номер. Короче, я, наверное, в следующий раз буду краситься вот какой-то такой красочкой. Ждите, я сама жду этого момента. Мы с Кристиной сейчас на кассе, и я набрала продуктов, и мы поспорили. Она говорит, что будет примерно на 2750, а я говорю, где-то на 3200. Иди сюда. Да мы не поспорили. Ну, просто кто будет ближе, интересно. Вот. Не считаю так, навскидочку. Ну, проверим сейчас. Что, мы с Кристиночкой вышли, и у нас получилась общая сумма. Как вы думаете, кто выиграл? Конечно же, я. Что ты, блин? Получилось 4 865. Ты тоже не выиграла. Ну подожди, ну я же ближе. Ты так же я сказала, что будет больше, ты дальше меня. Но я ближе к выигрышу.
И что ты скажешь? Ты не ожидала, что такой проигрыш, такое поражение? Да, я считаю, что ты тоже не выиграла. Если бы была разница 100 рублей... Не, ну согласись, ты дальше, блин, от истины. Ничего не дальше. Я знала, что будет, хватит ли мне. Просто у меня... Ошибиться на 1000 это уже не очень. Вопрос в чем? У меня просто на карте было 3800. Я говорю, интересно, хватит мне? Она такая, ой, ну давай навскидку, как ты думаешь, сколько там? Я говорю, ну блин. Но она так уверенно сказала, что типа там мне хватит это, поэтому я занизила цену. Вообще я думала, около 5 будет. В итоге она такая, 2, там вообще чуть ли не... Уже потом повысила, 2750, засомневалась. Я 3200 сказала, хотя я говорила 3500. В итоге далеко. Ты тоже, она так отстань. Она думала, знаете что, мамка, она думала, памперсы 200 рублей стоят. Я говорю, самые дешевые памперсы, вот, и то стоят почти 700 рублей. Не ждала? Да, все. Она расстроилась. Ну что, да, я ее пожалею. Вот у меня в связи с недавними событиями появился вопрос. Ты правда не знала, что тележки за 10 рублей можно оставлять? Здравствуйте, а скажите, вы завтра работаете? Какое неуважение. Просто. Почему такое неуважение? Не, нормально, я разговариваю. А что неуважение? Я же уже разговариваю. А, ну прости. Так что, ты действительно никогда не оставлял тележки так? Нет, у нас такой нет услуги в нашем Ашане. Нет, это не в Ашане, это не от Ашана, это вообще от Меги. У нас, в нашей Меге, такого нет. У нас люди быстренько все скупили и поехали по домам. А здесь еще оставили, пошли. Так это еще не одна. Поширили. Около Леруа Мерлен еще такая штука есть, можно тоже оставить. А у нас зато пакеты очень долго были бесплатные. А у вас уже были платные? Нет, в Горизонте были платные всегда. А вот здесь у нас были бесплатные. А потом раз и все. У нас тоже убрали. Вообще, а у нас? А у нас зато динозаврики. А у нас? Динозаврики у нас. А у нас? А у вас что, правда не динозавриков? Правда. Все, крошки мои, мы сегодня с Кристиной вообще большие молодцы. Мы сделали столько дел, столько всего накупили. Поубирались, сложили, всех пригласили. Все накупили, поснимали видео. Так устали, опять ночь. И, в общем-то, надо ложиться спать. Завтра утром рано вставать, встречать гостей. Будет открытие, в общем... Скромное будет открытие, просто со своими друзьями встречусь, покажу им, как что, может, будут какие-то идеи, предложения. В общем-то, будет очень интересно. Доброе утро, мои крошки! Я сегодня просыпаюсь в идеально хорошем настроении. Будила сегодня Кристина, она аж такая, Силь, я умею просыпаться. Я ее приятными словами всякими будила. Крестик на улик, шутки прочь. Та-та-та, загадывала ей загадки. Загадывала ей загадки. Короче, настроение классное. Сегодня все мои друзья приедут меня поддержать. Еще очень хорошая, классная новость. У меня появился первый покупатель. Я буду отправлять посылочку в Ярославль. Курточку со стразиками. Дочке Марии, 15 лет, в Ярославле, вообще очень, ну, дочке, женщины, которая заказывала, вот, мне очень-очень приятно, легкая рука, можно сказать, когда я отправляю в другие города, я буду еще говорить условия, да, то я беру 100% предоплату, ну, так как меня знают уже, да, там, а люди меня разные смотрят, поэтому здесь мне нужно будет, ну, предостерегаться, с одной стороны, и с другой стороны, я же уже буду делать какие-то дела, ну, в общем, это детали, неважно, беру 100% предоплату и 300 рублей пока по России, чтобы понять вообще, сколько будет стоить доставка, куда, я еще толком не знаю. Вот, соответственно, я такая счастливая, первый покупатель, дело пошло, а то я такая ходила, уже думаю, так, первый покупатель, когда же будет, как что, некоторые переживания есть. Ну, конечно, у меня с вечера настроение просто огонь, вроде бы как, знаете, дело двинулось, называется. Вот, и сегодня мы уже едем за шариками, сейчас все украшу, друзья мои и родственники приедут меня поддержать, мы пофоткаемся, потрындим, выпьем шампанское, обмоем наше дело, и еще классная новость, то, что пришел один заказ, многие спрашивали, будет ли что-то новое или не новое, я сразу могу сказать, что будет новое, будут размеры, размерный ряд. Просто для того, чтобы я сейчас только знакомлюсь с поставщиками и хочу, чтобы у меня, в принципе, хорошее качество было. У меня сейчас очень много вещей, которые присылали мне на обзор. Они даже еще многие остались с бирками. То есть я, бывало, бирки снимала, да, думала, что буду носить. В итоге
вешала и все, но новое висит. Я это ни разу не одела, может быть, один раз сфотографировалась в этом. Или вам показала на обзоре, сняла видео, да? То есть вещи абсолютно новые. И, конечно, таких у меня сейчас большинство вещей. Но я уже сделала заказы, и один из поставщиков мне уже сегодня вещи доставил. Надо за ними поехать, успеть. Хочется очень, чтобы уже суета какая-то. И, конечно же, я заказала размеры, сейчас все эски. То есть там и костюмы, и платьюшки. Мне нужно посмотреть качество. Если качество хорошее, то я уже сделаю заказ других размеров. Потому что так просто, особенно когда с интернет-магазинами ты связываешься, ты не знаешь. Вот. Ну, короче, я еще жду доставку одну, еще жду доставку, с гипюра также жду доставку. Короче, куча всего будет, особенно будет много платьев к выпускному. Я надеюсь, девочки придут ко мне, посмотрю на них, красавец. Мне будет очень клево посмотреть, как они будут смотреться в моих платьях. Вот. Все, мы бегим, собираемся. Оставайтесь с нами, будете разделять со мной мою радость. Давай жги, я специально купила розовое шампусико. Мы же не будем стрелять прям, мы так потеряли, или ты хочешь? Не надо стрелять, на кто потом будет все это мыть? Я такое тоже не люблю, спокойненько, тихо, медленно. Я уже поняла, что значит... А что за праздник, тише едешь, я не поняла. Дальше. А что за праздник, я не поняла. Праздник? Ты боишься, да? Сегодня 14 апреля, день открытия Селена Свеб-шоу! Как ты сказала, Селена Свеб-шоу? Свеб-шоу! Да ты уже ушатала Кристину бедную. Блин. Аккуратно, за, держи крепко, да чтобы ладно, ничего. Смотри, сейчас азука. Так, будешь мыть полы. Полы. Ой. Это ну? Говорит о том, что наш производитель Шато Тамань. Что, кстати, он очень продуктивный, продуктивный, сделан с душой. Что ты рекламируешь Шато Тамань? Вот я это? Не рекламирую. Опять ругаются на рекламу. Осталось, это значит крышка. Наливай в наши пластмассовые бокалы. Да, кстати, у нас вот моя подписчица пришла. Как привет. Зовут? Меня зовут Яна. Яночка, вот, с нами присоединилась. Так что все, сидим, наливаем, я пошла чай делать. Флирт с фикс прайсом. Моя Ленусик принесла мне, смотрите, какое. Сейчас откроем пирожки. У нас будет супер крутой чай с Канта. Ягодный пай. Ленусик другая принесла. О, вот он свет хороший, вот самый лучший свет. Господи, боже мой. Мы сидим, короче, пьем, я уже чуть-чуть выпила шампанского, перехожу на чай, смотрите, как у нас уютненько. Девчонки там что-то всегда обсуждают. Яночка, Ленуся, Селена Свишоп. Шарики! Столик такой скромный, но вкусненький. Сыр вообще офигенный, натура. Это Лена открыла нам сыр. Надо было показать, блин. Итак, второй покупатель у меня присмотрел себе. Ну, уже второй Крис. Ну, вчера вечером, ну ты что, забыла, что ли? Девочки, Марии мы. А я живу. А, в Ростове-на-Дону. Первый покупатель в Ростове-на-Дону. Внимание, аплодисменты, крошки. Так, вот такое классное платьице она берет. Это... оно одно у меня. Нет, я просто думала, ты выбрала, слышишь? Крис. Ну ладно, девочки, но мы еще не разбираемся в брендах. У нас еще как бы мы Пилипляйн, Версаси, че вы? Так, неважно вообще, не надо фирмы, у нас просто классное платье. Так, классное платье. Я только. Так, покрутись, Кристюшенька. Я только там покупаю Пилипляйн.
Девочки, платье на самом деле Кристина берет. Я думала просто одно из двух, она там еще мерила. Оно, к сожалению, да, было одно. Его больше нет. Это 90% катон. Очень-очень классное платье. Потому что у меня есть... Нет, потому что у меня есть еще два такого же суперского качества, очень похожие, ну, без вот таких страз. Ты думала, тебе то подойдет, да. Так, ну давай, снимай, я тебе заверну подарки, все дела сделаю. Давай, давай, выходи. Из примерочной. Вот такие вот еще платьюшки остались. Два девочки. Ой, покажу сейчас. Вот они. Только сегодня пришли. А, сеточка, да, сеточка. Вот такое платьице. Ленок, какой размер у нас там? S и M. Вот такое вот платье, да, на каждый день прям. 95% хлопок. Да, сейчас покажу спинку. Красивая змейка на всю спину. Да, змейка на всю спину красивая. Вот. Так что заходите в магазин, ссылку тут оставлю, оно будет висеть, посмотрите. Ну что, Кристина Александровна, как вам понравилось наше платьишко? Вера. Фига себе, у меня клиенты вообще. Ладно, я только... Заверните мне его. Ну это же известный блогер, скромняшка Крис. Мы так рады приветствовать. И да, хочу заметить, магазин. Что я одеваюсь только от известных блогеров. Мировых дизайнеров, поэтому, конечно же, я его взяла. Да. Значит, я сейчас вам заверну. Значит, смотрите, вы у нас второй покупатель. А первый покупатель в Ростове-на-Дону. Представляете? А всем своим первым покупателям я дарю подарки, поэтому у вас вот такой будет подарочек. Спасибо. Вот такой вот классный блокнотик. Вы можете здесь оставить автограф? Конечно, конечно. Нет, прямо здесь, на обложке. На обложке? Смотрите. Хопа. S. И хватит, одна S получается. Вот. Все, автограф. Сейчас, стой, подожди, вот так чуть-чуть. Вот. Юху! Это вам я заверну. И скидочка на 10%. Вы постоянно наш будете клиент. Но без карты скидку делать не буду. Поэтому берите ее всегда с собой, носите. Сейчас а как ее можно получить в дальнейшем? Вдруг у меня друзья захотят получить. В дальнейшем нужно взять дальнейшем... на миллион одежды. Никак, да? Это практически оптово. Я накрутку делаю 10%. Я шучу, шучу. Да нет, я практически всем своим зрителям, подписчикам, конечно же, эту карту, пока они у меня есть, я их немножечко напечатала. Пока они есть, я буду... Да, я их немножко нарисовала. Заказала. Пока они у меня есть, слезьте со стола, Кристина Александровна. Пока они у меня есть, я всем своим первым покупателям, конечно же, даю эти карты. Вот. А скидочные. Вот. И что еще? Что еще? Вам пора уже, по-моему, идти. А я хочу с вами фотографию. А, пожалуйста. Спасибо. Крис, ну давай серьезно. Хорошо. А как мы произведем теперь оплату? А у вас нет наличных денег? У меня нет наличных денег. А у меня нет терминала. Но есть. Вы уже упаковали, я уже померила. Да, вы можете мне перевести онлайн в Сбербанк. Нет, давай, короче, так. Нет, давай, короче, так. Да, какой Сбербанк, когда придешь заплатить? Нет, у моих покупателей обязательно должен быть Сбербанк онлайн. Я вообще не могу описать. Вот теперь Селена показала свое истинное лицо. Все, Кристина Александровна, это вам. Спасибо большое. А могу я оплатить Сбербанк онлайн? Ну, конечно. Сбербанк России. Сейчас как в доме 2 было. Мои, да. Да, да, да. У вас ус отклеился. Я надеюсь, вы не забудете мне оплатить это платье онлайн Сбербанком. Да, сразу же, сейчас выйду. Сейчас я до машины дойду, я оплачу. Да ладно, спасибо, Селена, конечно же, я переведу тебя обязательно на карту. На самом деле платье только пришло, и вот еще костюмчик такой пришел, и сразу я его себе взяла, Кристина взяла все платье, и еще чуть-чуть осталось. Да, в магазине все увидите. Все, пошли. Ну вот и все, мы пошли к Саде, Кристина, я знаю, почему вернулись. Я знаю, почему вернулись, вы где? Ушли. Они не попрощались просто.
А вот мои девочки со мной. Две Лены, кстати, остались. Все, в общем, мы завязали, сегодня посидели, так хорошо. Кристинка даже приобрела себе новую вещь, и я приобрела. Ой, Ленок, подержи, вот так покажи. А я показывала, да? Я же смотрела, смотрите, какой у меня костюм. Крутой, чуть-чуть пониже. Вообще, да? Круть, круть. Модная. Так. Все, доедаем бананы, едем за малышечкой, я соскучилась за ним, и завтра снова сюда придем, буду выкладывать в магазин фоточки. Все прошло замечательно, хорошо, я не напилась, я трезвая, просто за руль. Шарики оставлю, будут радовать меня завтра здесь. Вот, и с девочкой можно уже, кстати, попрощаться, потому что... Пойдемте на свет так. Потому что, почему? Потому что они уезжают сейчас, а я за малышом. Скромняшки мои. Вот, мы с моей малышкой, скажи. Что это за ждели? И главное, у него лопатка, а он нашел какую-то непонятную штуку, и вот ей вот это вот мешает. Та-та-та-та. Подходит день к концу. Да. Очень прекрасно провела время со своими подружками. Вот. И да, я, ну, как бы сейчас хожу, думаю, еще что-то у меня и мама почему-то думала, и мой любимый думали, хотя я говорила всем, что я собираюсь пригласить чисто своих подруг, чисто обмыть, да, вот открытие и все. А они все ожидали, что почему-то я приглашу очень много людей, да, там как бы открытие такое огромное. Я говорю, да нет, я хотела чисто своих подруг пригласить сначала, чтобы они посмотрели, заценили. То есть открытие скромненькое такое, да? То есть как бы означает, что все, можно заказывать уже вещи, что я уже работаю, как бы, что уже можно приходить, там что-то смотреть. Но еще у меня не так все прям там внутри организовано в плане вещей, ценников и все такое, чтобы, ну, нормально я могла работать, функционировать. Все потихоньку. То есть пока что это офис, где есть вещи, где можно примерить, посмотреть. А пока еще часы точные работы, я не знаю. Планирую там, может быть, первое время, там, ну, с 12 до 5, может быть, мы так соберемся, поедем туда с Денечкой, да, и мы будем там проводить время. Пока что так, посмотрим. Заказывать по России в другие города тоже девочки пишут у меня уже, и я отправлять в другие города буду тоже, пока что только почтой России. Вот. Что еще? Ну все, да, потихоньку выкладываю размеры. По поводу размеров часто спрашивают. Тоже будут размеры разные, просто пока что я заказываю то, чтобы понять, какое качество. Потому что одно дело, если я заказываю где-то здесь у нас производство в Ростове происходит, да, это одно дело. Ты посмотрел ткань, увидел, взял размерный ряд. А если я заказываю в интернете, а у меня больше заказов в интернете, то я не могу сразу брать большую партию, весь размерный ряд, если я не знаю, какое качество. Поэтому я пока беру свой размер, чтобы оно просто не пропало хотя бы, да, если вдруг что-то не так. Потому что хочу продавать, ну, хорошие вещи, которые действительно будут носиться какое-то время. Вот. Понятно, что вечно ничего не носится. Что еще? Что еще? Да, первым покупателем у меня, конечно же, скидка 10% на все, что там продается. И подарочек. Но это вот кто успеет еще, да. Потому что Кристина реально купила платье, это мне подруга, у нее был свой магазин, она мне привезла оттуда некоторые вещи, очень хорошего качества, хлопок конкретный, классный, вот, я даже себе костюм взяла, и Кристинке понравилось это платье, она реально его сразу же и забрала, вот, поэтому она второй покупатель, а первый в Ростове, глаза так, такие вот иногда свет так падает, глаза у меня прям зеленые прям, да, красивые глаза вот. Я говорила вам, что как-то мерила линзы, в итоге ни одни не выбрала. Мне мои глаза нравились больше любого цвета линз. Цвет глаз, я имею в виду. В принципе, любая моя подписчица может написать мне в Инстаграм, или у меня на самом деле есть уже номер, который специально магазина номер. И я его тоже в Инстаграме укажу, просто я его не успеваю пока что заряжать, у меня и так два телефона. Еще этот третий, и немножко мне неудобно. Но сейчас будет с телефоном, и можно будет туда писать WhatsApp, и как бы быть все время в режиме, да. Когда я буду там, всегда этот телефон будет со мной, и что-то задать, спросить, сфотографировать, померить, и по WhatsApp это будет намного быстрее, чем в Инстаграме, естественно. Он будет, и я его укажу в магазине, в шапке, прям этот магазин. Либо написать WhatsApp, там вот ссылочку как-то надо найти в интернете, как это делается, и я сделаю, чтобы вы...
написать и писали не... А, ну да, там есть месседж в WhatsApp. Ну, короче, еще и надо саму страничку оформить. То есть пока что все, что я выкладываю, просто вот, да, вот есть то, что потихоньку, и то не успеваю даже выкладывать. Вот, ну, сейчас мы поснимали видосы. Сейчас в ближайшее время у меня освободится время. Сегодня так и не успела поехать за поставочкой своей. Завтра поеду, они в воскресенье тоже работают. Сейчас с малышкой немножечко погуляем и пойдем домой отдыхать. Прям вот я хотела, чтобы сложился этот день, и отдохнули. Вот. И вот так, кстати, негадно, нежданно ко мне еще и одна из подписчиц присоединилась, Яночка. Вот большой привет еще раз передаю. Так неожиданно, приятно. Очень хорошая девочка, сразу чувствуется. Вот. И тоже нам разделила радость. Вот. Вы со мной все пока что так ментально, да, или как говорится. Я знаю, что многие поддерживают меня, уже писали мне там, ух ты, молодец. Приятна ваша поддержка, потому что я думаю, начинающему бизнесмену любому очень приятна поддержка, потому что, честно говоря, скажу вам, неуверенности, ну как бы не то чтобы много, но периодически какие-то мысли, а вдруг, а что, а как, много страхов, вот так бы я сказала, не то чтобы неуверенности, я как бы уверена, тра-ля-ля, но какие-то страхи начинают возникать, короче, бизнес — это такое дело. Но как-то люди попадаются мне, которые говорят, все у тебя получится, не переживай. Как они говорят, мы верим в тебя больше, чем ты сама в себя, да? Вот. Кстати, бровки, смотрите, мои совсем зажили, чуть потемнее. Я вообще в восторге от них. Вот мне вот, вот так вот вообще еще больше нравится. Вот. Так что спасибо моей Илиночке. Наверное, надо бы заканчивать влог, уже 6 минут с половиной говорю, офигеть. Я вас люблю, целую. Спасибо, что вы были со мной. И да. На связи. Прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Дыню. Говори пока. Дыню, говори пока. Пока, говори. Пока. Ты мой сладкий. Молодец. Попросил. Камней насобирал там? О, камней сколько. Молодец.